Так. На розовом фламинго. Наш мастер-электронщик разложился на розовом фламинго. И, видимо, идет ремонт циркуляционной системы посудомоечной машины Bosch Siemens. Вот такой красивый коврик тематический у нашего мастера-электронщика. Но несмотря на эти замечательные розовые фламинго, в официальном сервисном центре Deutsche Mechanica выполняется ремонт бытовой техники Bosch Siemens, Indesit, Electrolux, Miele и другой бытовой техники. Если у вас есть необходимость в ремонте, обслуживании, официальный сервисный центр Deutsche Mechanica поможет выполнить вам все необходимые условия. Данная целитная система была снята вот с этой посудомоечной машины Siemens. Находится эта система вот здесь. Сейчас мастер-электронщик попробует восстановить вентилятор циолита. Вентилятор циолита вот стоит. Вот мы можем наблюдать. Вот сюда он подсоединяется. Вот эта проводка к нему. Проводка клеммы к нему. И вот в данной посудомоечной машине Siemens не работает эта система циолита. Это дополнительная сушка посудомоечной машине Siemens. Мастер-электронщик, если у него получится, восстановит данный вентилятор. Там есть плата на этом вентиляторе. Если неисправна электронная часть, то мастер восстановит посудомоечную машину Siemens. Вот мы можем наблюдать плату электронную. И механическая часть тоже есть. Если будет возможность восстановить данную циолитную систему, восстановим. В случае невозможности восстановления данной циолитной системы, произведем полную ее замену. С владельцем согласуем ремонт и при необходимости ремонта выпишем гарантию на все работы и запчасти от официального сервисного центра Deutsche Mechanica.